Я очень рад, что имею возможность на этом месте заложить храм-часовню в честь святой великомученицы Екатерины, которая в свое время за верность Христу отдала свою жизнь. Она происходила из богатого и знатного рода и могла спокойно жить в богатстве и в чести внешней, человеческой, закончить свою жизнь. Но она избрала путь исповедания истины, и ради этой истины она была умерщвлена, потому что не отказалась от Христа и не отказалась от Бога. Сегодня ведь никто нас не принуждает отказываться от веры в Бога, но мы сами часто отказываемся, потому что перед нами возникают ложные цели и ложные ценности. И устремляясь к этим ложным ценностям и ложным целям, мы сами нередко забываем Бога, отказываемся. Часто жизнь заставляет нас снова вспомнить о том, что есть высшая сила, которая управляет всем мирозданием. Это происходит тогда, когда что-то с нами происходит, когда мы заболеваем, когда вдруг чувствуем ограниченность своих возможностей. Вот тогда нередко из глубины скорби своей мы к Богу взываем. Мы должны научиться жить с Богом в течение всей жизни. Мы должны научиться Бога благодарить за каждый день. За наше здоровье, за наших родных, близких, за это голубое небо, которое над нами, за работу, которая у нас есть, за друзей, которых нам Бог посылает, за мирное небо, за процветающую страну нашу. Я думаю, что не случайно руководство фирмы полагает одним из оснований всей своей деятельности духовную составляющую. Храмы, часовни строятся, народ призывается к тому, чтобы Бога не забывать. И, конечно, это во многом определяет, в том числе и тот успех, который сегодня во всем мире известен в связи с деятельностью фирмы ФосАгро. Я бы хотел пожелать помощи Божией руководству Андрея Григорьевичу, Андрею Андреевичу, дирекции фирмы, всем вам, мои дорогие, помощи Божией, успехов в ваших трудах, чтобы труды были ваши во благо Отечества нашего, каждому во благо, и чтобы они оставляли глубокое удовлетворение в вашем сознании и отражались в достойном уровне жизни вас и ваших семей. Пусть Господь хранит фирму ФосАгро и всех, кто здесь трудится. Благословение Божие вам. Ваше святейшество, разрешите выразить вам искреннюю радость за оказанную вами честь. Ваше загруженное расписание прибыть сегодня к нам на нашу производственную площадку в городе Череповец. Это самый крупнейший в Европе химический комплекс по производству минеральных удобрений. За ту возможность и ту честь, которую вы нам оказали своим визитом, не только побывав здесь, но также побывав в наших построенных нами по вашему благословению церквей. Вы заложили для нас прекрасную духовную традицию. Спасибо вам за вашу просветительскую деятельность, за тот путь, которым вы наставляете всю вашу паству, нас, нашу семью, многотысячный коллектив ФосАгро и те храмы, которые сегодня возводят компании, призаводские храмы. Это является именно той частью возрождения духовных традиций именно промышленников. Это строительство призаводских церквей. Уважаемый Андрей Григорьевич, уважаемый Андрей Андреевич, уважаемый Олег Александрович, дорогие братья и сестры, я очень рад посетить это место, где работает замечательный коллектив, где реализуются самые современные технологии, где предприятие работает на том уровне, который
не просто равен мировому уровню, но по определенным параметрам и превышает этот мировой уровень. Другими словами, это одно из самых образцовых предприятий России. Поэтому я хотел бы поблагодарить вас, Андрей Григорьевич, и вас, Андрей Андреевич, весь коллектив, за те труды, которые вы осуществляете, за тот уровень производства, который мы можем видеть сегодня, за тот пример, который вы даете очень многим российским и даже, может быть, мировым предприятиям. Пусть Господь хранит вас. Пусть развивается ФосАгро, пусть повышается уровень благосостояния всех работников. И пусть труды ваши будут во благо не только вас и ваших семей, но во благо нашего Отечества, во благо города Череповца, во благо нашего народа. Пусть Господь хранит Россию и всех нас. Указом Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла во внимание к помощи Русской Православной Церкви предприятию акционерное общество «Апатит» преподается благословенная патриаршая грамота. Ну а вот для предприятия хотел бы передать образ великого князя Иоанна Московского. Он причислен к лику святых, потому что много сделал для того, чтобы Москва стала первопрестольным градом. А прозвище его – Калита. И каждый из вас из курса истории, которую вам преподавали в школе, знает, что это тот самый князь, который собирал деньги. Собирал деньги для того, чтобы его город стал великим. И ему удалось это сделать. Он собирал результаты человеческого труда и конвертировал их в величие и благополучие города, который стал нашей столицей. Вот это символ того, как нужно управлять материальными средствами, в первую очередь во благо Отечества и народа нашего. И хотел бы преподнести этот образ в качестве благословения ФосАгро.